На этой неделе по решению собрания местного отделения фракции «Единая Россия» из ее состава были исключены два депутата. Член партии Андрей Никулин и беспартийный, но вошедший в состав фракции по заявлению Александр Акунев. Члены фракции должны поддерживать выбранную фракцией позицию и голосовать в соответствии с решениями фракции о солидарном голосовании на сессии Совета депутатов. Депутаты Никулин и Акунев нарушили указанное положение. Более того, нарушение является достаточно грубым, в части голосования на первой сессии. Данное решение не окончательно и может быть изменено. В случае, если выбывшие депутаты пересмотрят свое отношение к вышеозвученному положению и подадут заявление о повторном включении во фракцию, их заявки будут рассмотрены. Кроме этого, добровольно сложил свои полномочия руководитель фракции Владимир Захаров. У него достаточно большой объем работы, как директора МКУ ЖКХ, помимо всего прочего. То есть Владимир Николаевич также входит в местный политический совет, он является действующим депутатом, он также возглавляет комитет. Он, скажем так, это здесь был больше человеческий фактор, он просто говорит: я не успею, я не справлюсь с возложенными на меня всеми полномочиями. В ближайшее время единороссам придется избрать нового руководителя и утвердить его кандидатуру в местном политическом совете, а далее согласовать в региональном президиуме. Пока же исполняющий обязанности главы отделения назначены заместитель руководителя, депутат Жанна Теличко.